Точки Ньюс. Нереально настоящие новости. Мы расскажем то, о чем вам никогда не сообщат официальные СМИ. Здравствуйте! В эфире Корешки Ньюс, в студии Катя Рыбкина. Остаются считанные часы до начала выборов. И сегодняшний выпуск программы посвящаем полностью этой теме. Вот специальный репортаж, рассказывающий о том, как некоторые вполне обычные избиратели готовятся прийти на выборы 18 марта. Я будильник на 9 поставила. Делать, что ли, больше нечего? А теперь выключи его. Завтра, воскресенье. Завтра ж дел много. Еще на выборы надо успеть. На выборы она собралась, ой-ой-ой, а то без тебя не выберут. Все кандидаты завтра обрыдаются. Ой, Марусенька не пришла, не проголосовала. Как же мы теперь без ее голоса поймем, кто у нас президентом будет? Слышь, Маруська, что сказал? Рубай будильник. Тоже мне политик. Спим завтра. Товарищ, открой дверь! Еще черт принес, разорвал вас всех. Здравия желаю, генерал-космонавт Дыркин. Пришли забирать вас, космонавты. Какие космонавты? Мне полтинник уже. Отлично. Призывной возраст космонавты подняли до 75. Кто поднял? Как кто? Президент. Вы же сами за него голосовали. Да ни за кого я не голосовал. Таких не берут в космонавты. Пап, дай 5 золотых. Мне новые счеты нужно. Ты че, сынок? Это еще тебе зачем? Считать. Зачем? Я же тебе новый компьютер на день рождения подарил. Так запретили ноутбуки использовать в школе. В рамках закона возвращения к истокам. Теперь только аналоговыми устройствами пользоваться можно. Марусь! А ты опять сегодня... А ты еще кто? Я жду на ожидании. Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать ждуна, которого никто не ждет. Закон есть закон. По какому закону? Кто его принял? Закон этот! Президент. Президент. Какой президент? Которого ты выбрал. Ты выбрал. Да никого я не выбирал. Вы же сами за него голосовали. Я земля. Президент. Я своих провожаю. А можно я еще тут немножко подожду? О, Господи. О, Господи, ну ты чего? Чё-чё, на выборы вставай быстрее, чё? А то поздно будет. Давай, Маруся, давай, бегом, бегом на выборы. Иду. Тогда и я ждать не буду. Эй, товарищ, не зевай, президента выбирай. 18 марта все на выборы.